Вот, середина сентября. В городе никого. Сейчас надо на пляж заехать, посмотреть. Да. А у нас тут снова лето началось. Так, ларьки работают еще. Вот непонятно. Ну, тоже, видите, уже закрытый. Непонятно, из-за чего народ схлынул. Из-за выброса в Армянске. Не знаю, или из-за погоды. Факт тот, что совсем, конечно. Привет. Что, люди купаются? Немного, но купаются. Ой, как летит время, как быстро все проходит. Ну что? Да, снимать уже некого. И нечего. Ну что, мои дорогие, у меня вчера было второе свидание. Приехал мужчина за мной. Мы поехали в Евпаторию. Сходили в кино. Так смешно. Я 100 лет в кино не была. Сам факт. Как подростки в кино. Ну, в общем, как сказать-то, мне очень мало какие фильмы нравятся. У меня свой вкус на это дело. Вот. И, в общем-то, кино совсем не важно. Гораздо интереснее было то, что мы ехали вот, ну, почти час до Евпатории, потом почти час он меня домой отвозил. Разговаривали. Так ни о чем. О жизни. Ну, пока хочу вам сказать, придраться не к чему. Все хорошо, настроение хорошее. Еще с утра сегодня прочитала ваши комментарии к видео про мою коллекцию. Все замечательно. Спасибо вам, мои дорогие. Рука дрожит, устала, не взяла палку с собой. Вот. Все хорошо. Настроение замечательное. Вот. В общем, вот так вот. Ну, грустно то, что сезон закончился. Так было все живо. Люди, машины. А теперь опять будет тихо и грустно. Вот эта сезонность, конечно, никак к ней не... Ну, не знаю, я не могу никак привыкнуть. Но тепло уже хорошо, а то 9 дней дождик лил. Ну, что это такое? Да, до свидания, лето. Что-то я куда-то пошла кругалями. Мне еще надо к Алинкиному врачу в поликлинику.
и в магазин. Вот куда меня занесло? Вот столько у меня всяких бусин, которые я не использую. Вот сделала из них занавесочку. Она так, когда солнышко светит, это сейчас еще высоко солнце. А пониже будет, они прям все переливаются. Бабушка радуется. Ну, пока.